С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 22 октября, Международный день заикающихся людей. Идея учреждения родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей, которая основана в 1995 году. Согласно ее данным, около 1% населения мира страдает от заикания. А в Дагестане праздник белых журавлей, учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник поэзии, который отмечается уже много десятилетий, как память о павших на полях сражений во всех войнах. А родившихся 1811 год в этот мир приходит Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, виртуоз, педагог, дирижер, публицист, один из ярчайших представителей музыкального романтизма, основоположник Веймарской школы в музыке. Лист был одним из величайших пианистов 19 века. А в 1844 году рождается Сара Бернар, французская актриса, которую называли великолепной Сарой, божественной Сарой из-за ее красоты, серебристого чарующего голоса, профессиональной и разноплановой актерской игры. Одинаково успешно ей удавались и трагедийные, и романтические роли. Успеха она добилась на сценах Европы в 70-х годах 19 века, а затем с триумфом гастролировала и в Америке. В ее честь даже назван кратер Бернар на Венере. Иван Бунин родился в 1870-м, писатель, Нобелевский лауреат 1933 года, за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы. Некоторые произведения «Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь». Джон Рид, еще один писатель американский, родился в 1887 году, к тому же публицист, создатель Компартии США, свидетель и летописец Октябрьской революции. Ну, вы помните, 10 дней, которые потрясли мир. Спартак Мишулин родился в 1926 году, причем эта дата точно не установлена. Актер театра сатиры, широкую популярность ему принес кинематограф, и особенно съемки в легендарном советском кабачке «13 стульев», знаменитый пан-директор. Еще более известным Мишулин становится после исполнения ролей в таких легендарных фильмах, как «Достояние республики», «Белое солнце пустыни», а всего в фильмографии актера более 50 киноработ. Также он принимал участие в озвучивании мультфильмов и работал на радио. 1929 год. Советский футбольный вратарь Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, приходит в этот мир. Лучший вратарь 20 века, входит в список лучших игроков того же 20 века. Единственный вратарь в истории, который получил золотой мяч. Считается одним из первых вратарей в мировом футболе, широко освоившим игру на выходах и по всей штрафной площадке. Катрин Денёв появилась на свет в 1943 году в этот день, французская актриса. Ну а первая роль 1957 года во французском фильме «Гимназистки». На тот момент ей 14, однако настоящая слава приходит вместе с музыкальным фильмом «Шербургские зонтики». Картина выйдет на экраны в 1964. В 1946 году родился Роберто Лорет. По-русски просто Робертино Лоретти. Уменьшительное имя Робертино. В подростковом возрасте итальянский певец, который завоевал мировую известность. В детстве пел дискантом, во взрослом возрасте стал баритоном. Некоторые события дня. В Нью-Йорке в этот день, в 1883 году, представлением оперы Шарля Гуна «Фауст» открывается Метрополитен-опера, ныне один из крупнейших театров мира. Вскоре после открытия в театре утверждается традиция ставить оперы на языке оригинала и приглашать главного режиссера на отдельные спектакли. С начала 20 века Метрополитен-опера считается наряду с Венским оперным театром и театром Ла Скала в Милане ведущей оперной сценой мира. 1936. В Штутгарде начинается тестирование трех экспериментальных мини-автомобилей, прототипов знаменитого Volkswagen Жука. Их собирает в своем личном гараже 53-летний австрийский конструктор-самоучка Фердинанд Порше, бывший сотрудник компании Daimler-Benz, признанный величайшим автоконструктором 20 века. К работе он приступает в начале 1934 года, это важно, по личному поручению Адольфа Гитлера. Тот желал получить подлинно народный автомобиль, по-немецки Volkswagen, который мог бы вместить немецкую семью с тремя детьми, отличался быстротой, надежностью и стоил там, ну, не дороже тысячи рейхсмарок. Цена мотоцикла. Параметры, заданные фюрером, были выдержаны. Впрочем, многие детали, как считают эксперты, сам Porsche скопировал, знаете откуда? С чешской Татры. Но серийному производству автомобиля помешала война. Ну,
потом он все-таки появится. 22 октября 1962 год. Правительство США объявляет об обнаружении ракет на Кубе. В тот же день президент страны Джон Кеннеди заявил об установлении морской блокады вокруг Кубы. На Флориде сконцентрирована почти 250-тысячная группировка американских войск, которая состоит из морской пехоты, авиационных, десантных, танковых и других дивизий, корпусов и частей. Правительство СССР в ответ заявляет, что нанесет самый мощный ответный удар. В СССР приведены в повышенную боевую готовность все вооруженные силы. Начинается напряженное противостояние США и СССР, названное историками Карибским кризисом. Ну и последнее. 1938 год, день рождения первой ксерокопии. Копировальная техника занимает достойное место в составе оборудования современного офиса, это всем известно. А изобретатель аппарата – американец Честер Карлсон, который разработал метод сухой электростатической печати, получивший позднее название ксерографии. На своем изобретении он заработал целых 150 миллионов долларов, отдав почти 100 миллионов из них на благотворительные нужды. Такой был человек. Через два года после изобретения он запатентовал свое изобретение. В 1947 году малоизвестная компания Haloid из города Рочестера приступает к разработке копировальной техники на основе изобретения Карлсона. Два года спустя в продаже появляется первая в истории модель копировального аппарата. Технологию копирования назвали ксерографией. Внимание, от греческого слова «ксерос» – сухой, и «графе» – пишу. От ксерографии произошло и новое название компании Haloid. С 1958 года она называется Haloid Xerox, а потом и просто Xerox. Настоящий же успех приходит в 1959 году с выходом модели 914, которая стремительно наберет популярность, а Xerox заработает сотни миллионов долларов. Так что теперь непонятно, это название компании или это название способа копирования. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».